Или это ДПС в скобочках, или что это? Ну что там вагоны? Дайте скидку. Ну первой позиции неплохо. Типа вара фапнули, и вара все равно проебывает хан. Если ты про фуриков, то там всего косарь подняли. По-моему, хантов просто не так, они и так переапаны, куда я хантов. Да, они изначально. Скрин в дискорде есть. И женек, ничего меня жунен не перегоняет. А если он типа идет, еще... идет, а потом на экзекутке как начинает добивающим долбить-то там, блядь, по 50 плюшка, наверное. Он бьет. Если не больше. По сотке плюс ебаши, так по секрету. По сотке даже, типа, ну, всё. Продиспальтируется. И по с учетом того, что упало, блядь, раз три джаги, он 100 плюс урона наносит, 100к плюс, и все. А он, блядь, там сколько добивающий откат? Вена, это БПС, кстати, выше, чем у нас вчера был в ЗС. Именно последняя позиция. Прокатор, ты все еще в двух кусках бегаешь? Нет, в четырех. Типа ты четыре куска утонул, но ДПС твой не вырос. Почему не вырос? То я 17 давал, сейчас 19. Если бы еще... Если бы еще не фейлил ротацию свою, может ты 20. Ты странно, ты... мало. Да. С двумя кусками мало ты даешь. 17 это мало. 24 в 2-10 пал дает, блядь, 16 с копейки. 24 в 2-10 пал дает 20. Блять, шема может быть, я тебе про свой говорю, пив. Ладно, я говорю, шема 2-4, 2-10. У нас косарей, у нас 8. Следователя, чем вы бейте? Просто вот, блядь, вражка 4 куска ултонула, ну действительно урон вырос, а у тебя как-то вообще грустно. Ну это вот такие вот нармс, а ты пятая. Там, видел, да, нытьё снова за армсов пошло на форум? Да? Где? Скинь ссылку. Ну, в ПВ я почитаю предложку. Черкану чё-нибудь. Как он, магнила морда можно будет попасть? Да, зайдешь сейчас. После трэш. Сейчас гляну, да? А, ну там куча новеньких было, я вижу. Я не знаю, смысл в все ходить, там же фурики, по-моему, нихуя такой ДПС дают, намного больше. Мне скучно. Армс дает ДПС рейда, в отличие от фурика, бесполезно. Фурик дает бит. Блять, фурик дает медведь. Медведь полезнее фурик. Либо кот, тоже полезнее. У армса не уникальный баф, по-моему. Уникальный. Уроги и такой же. У нас рог очень мало было раньше. Сейчас они. Рога, иди активируй ловушки. Первой. Ты им ГП начисляй. Леха так обычно делает. Ловушка активировалась, ГП начисляй. Драконы, где это? Новости разработки или что?
В самом короче графорума есть предложение и пожелание. Сейчас скажу точно. Предложение, да, и пожелание. Нажимаешь туда, и там предложение по ПВЕ. Там авар 4, Т5 и эффект. Ой, тут много, потом почитаю. Пока тут релогается. Подожди немного. Да гнилого в посере. У боссов вместо тебя это дойдет. Толдорам. Поставьте шкаф. Лок. Поставь шкаф. Пока тут вылетело такое, да? И сумайте Толдорама 4 пальца. Пока тут и нет, можно так, наверное, побить скаватом. Чего? Рыбу поставил. Сам здесь. Да, тут видос смотрел. С Джайна ваш. С чё, одинаковая макро, что-то? Еру с пула? Нет, не надо. Вообще не надо. Себе пока что еру. Вынести одну спору из мили, пожалуйста. Ловите получше, как человек бьет. Ну ты, может, хант в другую уйдешь? Сова правее.
на спор мнение. Слов. Как и Гниломорд. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Уже какой КД подряд они падают, да, эти пуча? Да вот я пояса 3 штуки увидел, первый раз сегодня выпало на танк. Да я не знаю, за ним сколько КД ходил с этими перчатками, а сейчас они что-то валятся одна за одной вообще, блядь. Че, Брун, на боссе я побегаю. Все ловушки сняли. Да. Мы у босса уже. Раньше набрали хилда босса. ДЦ. ДЦ. Пачет, блядь. Лич, я уже отдал перчатки. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Народ, слизь снова потекла.
починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Ну опять одежда. Ужасные новости, народ. Че, гона кровь, чтобы саппорт не юзал? Ну мы так и ходим последний раз. Ну сейчас и идем на кровь. Ну отлично. Че? Драгон, да? Надо тебе сверить. Саппорт потом кто-то продаст, а то с собой не взял. Могу задорого. 250. Давай. Если меня засумали. Не ведись на этого афериста. Лёш, начисли за объект Розелина, пожалуйста. Ну и колечко упало, пиздатое. А мирно плачет, типа, сейчас. До тебя, да. Или погоди. Да, по крайней мере, я вышел. И Дамару, пожалуйста, Роги. За колечко. Слышишь, Лёш, ты здесь? Сколько там кольцо стоит? 380. 380. 9. В теме, где мелочёвка продается на острове? Я вспомнил, у меня есть мама. Ты с 12-та, а чё-то. Не, без бичей хорошо. Контроль, подойди сейчас на него, пожалуйста. Все остальные внизу стойте. Контроль дайте. А не бегайте за тактиком, он будет прыгать даже все пальцы. Кстати, кому-то нужна багруха? Там плюсик рычат, поставьте. Да там уже ставят. А, да? Стенчик же нет. Угу.
Зайдите, зайдите. С контроль дадим. Быстро контроль дали. Метку дал, метку бейте. Так, Бронтон у нас получается на двоих присутствует, что Валанария, да? А Войт на кем? Чё, я... меня засуманят в комнате? Так, еще раз, кто это говорил сейчас? Дракон. А, дракон. Так. Кто хочет послакать этого босса? Плюс в рейчат. Фанзера послакаешь. Засуманьте. Скрипку поставил. Че, все МРДД соточка, если упадет. Хуйня. Как-то это неуверенно было, звучало. Три соточки. Уверенней? Да почему такое число, сама фраза. Ага. Он суманулся, нет? Нет, не еще раз его суманить. Вообще, по-моему, надо когда плюсики ставят, лоу ДПС менять. Ну, вообще так, по-моему, делать. Ты еще в рейде что-то сходишь? Я только что. Все. Пробахайте. Зад. Все готовы. Лапа. Давайте уже патчи гулять. Всем привет. Привет. Вихрь. Охуенно. Падает бомба. Прольется кровь.
Женуэн БР, не провокатора. Бомбы, бомбы подбиваем. Сейчас упадет одна бомба. Еще одна на сцене падает. На сцене падает. Ну ты что делаешь? Где отсюда? Канзер, уйди отсюда. На сцене падает далеко одна бомба РДД, которая стоит на сцене. Все медишникам делать надо. Не подходить сюда. Дать? О, нормально. Мосса в раску подними. Мосса БР в раску. Лол. Далеко падает бомба. Под боссом две еще держите. Можете бить. Келлис это только точечно. Куда? Вихрь, 4 секунды. Бейте там дыран. Кинетика на сцене падает, сова. Сова. Рядом стоял. Поднимите людей. Не упал больше. Семи ЖК, да, ролят пушку? Да. Yeah. Свеча или нет? Yeah. Для чё? Что? Обычные пухи нет. Ну, я сразу иду вон, чувак. А, ну я просто, у меня нет игра закрыта.
Правильно это инфа, это ж правильно инфа, 7К? Да. Три не пушки сейчас 7000. Это 5. И чё тебе надо? Да мне ничего не надо, там хант он пишет. Если уж совсем никому не надо, даже на успех, то... И то не всегда. По-моему, лук нужен еще кому-то. Вам помощь нужна, нет? Нет, Саш, пока нормально. Моральная какая-то. Нет, ладно, я урон, блядь, от Роги даже получил на вихре, блядь. Вот и спринтануть не мог, пацан. Замедление поймал и все, пиздец. И все как будто с такой же скоростью, как я, бежали. Я с такой же бежал, Маша. Я тоже с такой же бежал. В одну сторону. На пятерых целях замедло было. Ну, искры вот эти, но... Сейчас убиваем Лану, Валю, чистим трэш и курим. Я отошел пока. Тактику убейте сначала, пожалуйста. Стоит. Драгон, ты бы не мог на форуме наныть, чтобы они, блять, когда ты 5 снимаешь мака с панельки не пропадал, сделали. У тебя исчезает спел из книжки. Мак разжечься, не спел же, блять. Ты можешь поставить его использование через что-то. То есть, допустим, ты сначала перчатку ставишь, юз 10. А потом непосредственно спел. Ну, это так, пример. А так как именно ты хочешь, ну, там спел пропадает этой механикой. Женёк, Элрей. Рога. Все танки пошли. А чё там? Дистанцию наберите так. Укус на роге, рога укусишь кого-нибудь. Вообще без разницы, кого кусаешь.
ТЦ, ты первый антифир по себе, я потом. Хорошо. Внушение страха 10 секунд. Натан Зера. Дайте защититься. А, не дал. Прожались. Локи, выйди. Бля, Локи, ты нормальный? Я тебе кустарь этот взял, съебался на инженерке, нахуй, чуть не превратился. Я вообще в ахуе просто. Сука, блин, это под руку вообще упадет? Это с нахуй хуякс съебался и в последней секунде хила успел укусить. Ебать ты молодец. Хуй знает, зачем ты побежал кусать того, кого ему сказали выйти? Потому что он уже вышел и уже обратно бежал. Как раз навстречу мне. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Давайте быстренько чистим трэш. Два человека как пошло. Идем. Мы сегодня должны еще все целка закрыть, еще успеть на око слетать. Сегодня программа как в четверг, очень обширная.
А что, пенчик полетаешь на этом боссе? Хочу на ладенчика отправить. Я вот думаю, может быть, шаманчика тебе какого-нибудь? Да я спекнусь, мы с Данчиком полетаем. Фанзера с пекой. А, ну Фанзера, все хорошо. Нафиг нам тут дамаги? Тут уже вопрос не стоит. Типа, три хила выхилят, все остальное. Япончик по луту надо кому что начислять? Нет, пока нет. Вот такие бояре сидят, блин, жрут, им вообще ни хрена ничего не надо, они только успеть сжрались, а? Мы и так, наверное, чистим, только целого кара дезжает, да, не так. Не, ну еще вот с Тухлого, в принципе, если тапки будут падать, с Вибра там поисочек, с Профа тоже. Мы готовы лучше, чтобы пойти к РС, в РСХМ, на. А когда уже РС? Когда вы зайдете все онлайн. Будет РС. Так его нет. Некуда я заходить воет, понимаешь, некуда. Почему он одинаковый, ты 5 молоток, 2 куска? Такой. РС слабый. Экзорцизм нам много пишет. Вытащите копье. Целка, да. Ну а так он только стабильный, типа. Ты мало урона для двух кусков. Сколько мало? Сколько у тебя бьет? Ну, в среднем сейчас скажу. Ну вот так гнило, 26 среднего, это мало. Это под крыльями у тебя 26? 14 выстрелов, 16. Ой, 26, извините. Разбить чей-то. Хуйня вообще. Что там, швыряете кто-то? Ну разбейте щит, ребят. У кого хамка стрелялась? Обей, на лане сейчас под крыльями 41к в экзорцизм бил без укуса, но... Страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Кого-то сзади лестница пристанище нечестивости. Благодарю вас. Наверное, под Герой, да? В чем плюс Гера? Блять, почему у тебя больше иначе? Я понять не могу. Гера плюс крыль. Никитоса, присуманьте быстрее, чтобы... Да, у тебя символ стоит. Угу. Можно... Лок шкаф, Никитоса, по-быстрому. Я просто под Геру крылья не продал. Только из-за этого может быть. Ну, на всяко поинтереснее, чем 2000. Второй раз, там... Некоторое время всего лишь 160 тысяч, вот как у кого-то. Пробафайте его, пожалуйста. И кого-то тоже. Крепко стоит, кому еще надо покушать его быстро. Лёх, ты тут? Да. Ты не лутал ботинки с, там, с блоком, которые в блока падают? Зачем? Я, блядь, заметил, короче, на них оказывается 3000 армор.
Я вот, блядь, пока этот форум читал, у меня, блядь, столько извращений в голове по поводу шмота. Не вижу смысла мастерства. Давай, давай я слева буду. Брони и так уж как. Подавитель справа. Да, без тебе смысла нету их одевать. Ну ладно, я первый. Черного последнего сейчас забирайте. Ну, 3-3-5 разве не кап? Именно 45к анба. 49 990 кап. Это анбафом, да? Причем тут анбаф? Меня интересует именно он. Или дает 1004 просто. Подождите, подождите, сыграйте нежирного. Разгром справа. Разгром справа. ПДЦ Иннер. Мосса тоже можешь по ДЦ Иннер дать. Помощь им надо. Плащик упадет. А какой это? Перекур же после трэша перед синдрой, да? Стой, Слава.
Провокатор, зачем они тебе? На офспек. С интеллектом в исполнении маны? Холивар. Где там Бру? Вставай. Да, извини, правильно. Расчистим и курим. Забав эти друиды. Хуба. Пристабав мал. Кулак по друидам. Пристабав. Сейчас дам. Спускался. Все, пойдемте в центр. Заходите, что вы встали-то? Потом мобов будем второй раз бить. Сразу же не отдавайте свои АОЕ. Сейчас посмотрим, кто у нас оружие. О, Лоса. Пончик, отдай штаны. Так, Оливар, и давай потом. У меня есть уже ботинки с РС. Да, дама, они мне вообще нафиг. Еще потом на F5 ставь на камеру, да? Потом спойлерули. На сервисе. БУЕшки, смотрите. Не знаю, как БУЕшки, но зеленка там пропадает явно. Можешь добычу поставить, ролл зеленую. Группово. Я обновляю ход еще с босса. Сейчас эти жуки, когда уже сбегутся, тогда уже можешь ход. Лучше. Так, сейчас еще большие, потом еще маленькие. Thank you.
Все, это последнее. Вообще, курить, да, будете перед Синдрой? Да. Окей. Скажите, там я зайду. Я закончу там что-то. Ну, готовьтесь. Лич сталкер войск. Готовьте гнев небес, паладин. Что же формируешь, да? А с Джайна может две одинаковые шмотки упасть? Ну, в теории может, но такого еще не было. Если не было, значит не может. Ну как часто ты с Лича видишь одинаковые пухи? Ветеринарский же было. Две глоры видел. Две минитилки. Минитилки. Ну, лично я давно не видел, например, да. Я все шмотки по две там видел. Давно не видел, не знаю, если попадет. Ну вот я про это говорю. Как бы сейчас. У нас на Джоне, по-моему, тоже два раза одинаковых не падали, но может. Классная гера, пацаны. Да что ты надеешься там? Да и ладно, она откатится. На два цветения, что ли? Да. Две руки. Ни разу не падла, а тут раз и два. Да, Лич, да. Ну или Пухан, выйди с рейда. Пуз. Сейчас трэш отбьем и уходим. Два. Я не знаю, кто мне пишет, а пишет сильно, я занят. Не ответить вам. Да, если не хотите, чтобы вас сверяло, встаньте на максимально раньше. Перебросил через бедро его. Я так давно на Тренабло Ахлоне скидывал, потому что и забыл. Когда второй раз, ну, много хрень отправляешь, тебе пишут то, что ваше право сейчас на канал на то, что временно приостановлено. Все, ребята, идите, отдыхайте. Лёш, тебе РЛ обратно отдать? Ассист ему просто дай, и всё. У него есть ассист.
Всем здравствуйте. Если это блоки есть какие-то, поставьте шкаф. Если подошли. Так, а что у нас 4 человек, да? Нет. Мухан, Шумен, Девка, Дарк. Просто присутствие. Розелина, поставь, пожалуйста, шиханец. Смотрите. Ухан, Женуэн, Евка, Даркис. Ты рано начал РЧ давать, по-моему. Я просто не присутствую, да. Так иди сразу на грудцы. Всему. Нормально, они без ГМО. На своем навозе выращу. Это ты, походу, лишний. Я выйду. Что, ударам, наверное? Да, я думаю, лучше тебя похилить. Наверное, Крим. Что мне? Похилить.
Ну не знаю, я положу лишние РДД. Че, на замену? Кто не с первого по пятый платит на замену? Болтарам, выйди. Все. Принимай потом. А, вышел. Давай, Кават в танка, Брун в хила. Кто начинает? Войт. Войт начинает. Так, рыбку ставлю. Кушайте. Следующие 4 босса все с саппортами обязательно должны быть. Так что можете... Кто продаст саппорт? Дракон, 250. Чем мы всем хилов идем? Больше лучше. Чем всем? Не, мы 7 хилов. Панзор еще хилов. Успех не говорит, Рик. Все. Так-то ДПС хватит. ДПС хватит, пускай хлеб будет. Не сдохните зато. Зато простил будет хорош. Да. Все, давай чек подготовимся. Даркис. Женек.